Топ вопросов к Android смартфонам, на которые ни у кого нет ответа. Кто-то выбирает английский язык, кто-то язык программирования, я выбираю язык фактов. Почему на соседний экран нельзя перенести сразу несколько иконок? Можно, для этого выбираешь несколько приложений и перетаскиваешь куда хочешь, так же как на айфоне. Почему Play Market никто не чистит от дубликатов? Так и App Store никто не чистит, в этом плане это два мусорных магазина, только как мне кажется, Play Market умнее. Приложений и от приложений, которые наполнены только рекламой. Нет таких приложений, ОФК любое приложение какую-то функция выполняет, скачивает видео с ТикТока, фильмы, музыку, что угодно. Нет такого приложения, где только реклама и ничего кроме рекламы. В каком-то приложении рекламы больше, в каком-то меньше, но любое приложение делает какую-то функцию. Пусть лучше автор мне скажет, как мне скачать, к примеру, APK-файлы, когда в моем регионе некоторые приложения просто недоступны. Почему в калькуляторе нельзя свайпом удалить последнее введенное число? Можно, а еще на некоторых Android-устройствах можно, например, свайпами складывать или вычитать, только объясните мне, в чем разница, ты тапаешь или ты свайпаешь? Действие одно и то же, но как по мне, тапать даже быстрее будет. Или это фича ради фичи. И почему, когда я переворачиваю калькулятор, мне обязательно нужно подтверждать это действие нажатием на кнопку? Эта кнопка удобная для людей, которые, к примеру, на боку лежат, и не нужно постоянно вот эту тянуть шторку, включать акселерацию. Акселерацию, которую нужно включать, чтобы телефон сам совершал автоповорот экрана. Пусть лучше автор скажет, как на айфоне сделать разделение этого самого экрана. И почему нету автостарта, когда разряженный телефон ты ставишь на зарядку? Поправьте меня в комментариях, но, по-моему, такая фича есть у Honor. Короче, где-то я об этом точно слышал, но как минимум любой Android смартфон можно перепрошить так, чтобы у тебя он включался при подаче питания, если тебе это прям очень нужно. А вот iPhone ты, к сожалению, никак не перепрошьешь, ты будешь пользоваться тем, чем позволяет тебе пользоваться компания Apple, и ничем другим. Это была первая часть обзора видео автора. Во второй части я разберу комментарии под видео автора, потому что я там со многим крепко не согласен. Ну а в третьем видео я задам ответные вопросы айфону. Кстати, подписывайся на мою телегу, там много всего интересного. Она находится в шапке профиля, жду тебя там.